Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханако Арасаки внезапно всплыли на параде повозок Даши. Если верить показаниям очевидцев, похитители неожиданно напали в самый разгар парада. Они перехватили платформу, где находилась наследница империи Арасаки. К счастью, служба безопасности Арасаки под руководством самого Юринобу Арасаки быстро напала на след похитителей и освободила Ханако Сама. Юринобу Сама выступил с публичным заявлением, в котором осудил недостойные действия похитителей и пообещал им быстро... Грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж. Я выгляжу? Номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. 3, 2, 1. Remember to take only certified neural enhancing. Здравствуйте, с вами Джиллиан Джордан и новости 54. Парад в честь покойного Сабура. Многочисленные свидетели обращаются.
света одной из платформ. Именно там должна была находиться в это время Нако Арасама. Заходи, только побыстрее. Я боялся, что... Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чай. Вы похитили Ханако? Да. Скажи всю правду. Может, к тебе... Ханоко-сама, доука ханашоки. Юринобу, убийца. Он задушил вашего отца. Я видел это своими глазами. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Понимаете, я такой наглый, потому что мне нечего терять. У меня в голове ваш экспериментальный биочип. Благодаря ему я смог выжить после того, как мне выстрелили в голову. Только вот теперь этот чип меня убивает. Энграмма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание. Если я не найду способ это остановить, то моя смерть будет очень печальной. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Ты слышал? Иди проверь.
Иди. У меня очень плохое предчувствие.
осталось Потом скажете спасибо. Сейчас надо искать отсюда выход. Справа пустые комнаты. По-другому отсюда не выбраться. Арасака, сама вонзай! Я еще нассу тебе на могилу! Нам нужно разделиться. Поодиночке у нас больше шансов. Да ладно. Вы уверены? Да, иди. Скорее. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно, кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает.
А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ёбаного ничего? Я скажу тебе, кто тут ночует. Джонни. Что? Завали свой сраный ебальник. Будь добр. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Ишь, как роли поменялись. Джонни, твою тебе мать! Тебе нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Так а если это Гуру? Можешь не надеяться. Мы с ним разбежались 24 часа назад. Он так и не вышел на связь. Покойся с миром, ублюдок. Ты же видел его? Он был хорошим бойцом даже без имплантов. Он справится. В Найт-Сити не важно, какой ты боец. Если ты один, тебе пизда. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. Я же знаю, что ты там. Ты спишь, что ли? Пора вставать. Я же знаю, что ты там. К двери не подходи. Ты спишь, что ли? Пора вставать. Я же знаю, что ты там. Ты спишь, что ли? Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель? Или все-таки откроешь? Ты откроешь или нет? У меня оружие. Так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блядь. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Что случилось с Гуру? Мы разделились, когда убегали. Так Имура в безопасном месте. Пожалуй, это все, что тебе сейчас следует знать. Как вы меня нашли? Ты думал, что уехать? Так Имура сказал мне, что... Но это не так важно. Фарфор. Ну, допустим, вы поверили в мои рассказы. Йоринобу, надо действовать. И ты мне поможешь. Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. А из моего трупа будет да. Я понимаю. Расскажите мне все, что... Микоши. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй... Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Мне удалось связать...
Да, которая из... Я нашел вашего... Мы поговорим. По крайней мере, я... Это пригодит. Я свяжу... Это все, что у нас пока... Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. И вот что важно. И мне, и тебе. Ну, я свое. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось? Поэтому она и послала... Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Идем уже отсюда. Как дела у Оды? Управляется? Арасака оплатила ему дорогое лечение. Но я не уверен, что этого достаточно. Уязвленная гордость лечится труднее сломанных костей. Они спалили ваше логово, в буквальном смысле. Где вы сейчас? Ну, по развалинам больше не прячусь. Это все, что я могу на этот счет сказать. Ты уж пойми. Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из тех новостей. Пойдем отсюда. Юринобу и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивее. Я с ней поговорил. Не лично, правда. Вы знаете, о ком я. Да, со мной она тоже связалась. Мы, так сказать, пошли ва-банк. И выиграли. Мы не знаем наверняка. Это только ее слова. Слова разных людей имеют разную ценность. Я убежден, что Ханака-сама не бросает слов на ветер. Она сделала предложение. Я смотрю, вы и так все знаете. Я могу не продолжать? Я знаю лишь то, ты как? Что сочла нужным рассказать Ханако-сама. Это немного. Так что прошу, продолжай. Скоро мы встретимся с ней. Лично. Вряд ли есть более убедительное доказательство ее доверия. Вы придете? Не в этот раз. Арасака ищет меня. Нам не стоит так рисковать. Но это всего лишь вопрос времени, Ви. Еще что-нибудь? Я еще позвоню. Береги себя, Ви. Ну как? Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блять! Так, приготовься. Блять! Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни! Так пахнет морской бриз.
Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Ты прав. Просто глаз не оторвать. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель «Пистис София». Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. Почему ты привел меня сюда? Погоди минуту, сейчас узнаешь. Ты забрал тело. Не мог же я тебя там просто бросить? Да! Спасибо, что помог. Для этого и нужны воображаемые друзья. Отблагодарю тебя, как только смогу. Ловлю на слове. Думаю, мне недолго осталось. Да, похоже на то. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Ого. 50 лет назад. Война в Мексике? Я был молод и глуп, как ты, и записался в корпоративную армию. В Мексике я понял, что какую войну ни возьми, побеждают всегда корпорации, а проигрывают обычные люди. Ну и ты, конечно, решил рассказать об этом миру в песне. Сперва я свалил из армии, потом закрылся в этой комнате, лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда. Я не хочу, чтобы ты проводил недели и месяцы в бессмысленном ожидании. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Да, да. Закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Есть идеи получше? Еще нет, но есть просьба. Какая? Адам Смешер. Тот хуй, который меня убил. Чтобы со мной не случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным.
Пойдем уже отсюда. С чего это ты вдруг сейчас про Смешера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться, поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Ага, хорошо. И я хочу, чтобы с тобой пошла Бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. То есть, мне рассказать Бестии все как есть? Лучше, если я сделаю это сам. Лично. Просто прими таблетки Мисти, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с Бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу Бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, меня тут выгнали из ада, решил к тебе зайти. Нет, мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Хорошо, я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше, пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София, я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня.